Председатель партии «Действие и солидарность» Майя Санду обратилась к правительству с предложением отменить обязательную самоизоляцию в течение 14 дней для граждан Молдовы, приезжающих из стран с низким уровнем заражения. Об этом политик написала на своей странице в соцсети. «Пандемия еще больше разлучила наши семьи, уже и так разбросанные по всему миру. Дети, родители, братья и сестры не виделись несколько месяцев из-за ограничений на поездки, а теперь не могут увидеться из-за безответственности и плохих решений правительства», считает Санду. По ее словам, правительствам других стран удалось снизить количество заболеваний и позволить людям свободно посещать страны, где уровень инфицирования низкий. Нашему же правительству, по мнению Санду, не удалось даже снизить количество инфекций, поместив Молдову в список стран, для которых действуют ограничения и карантин. Оно также не позволяет своим гражданам, которые приехали из стран зеленого списка, возвращаться домой без самоизоляции. Лидер ПДС считает, что граждане Молдовы не возвращаются на родину для встречи с родными, поскольку не могут себе позволить находиться 14 дней на самоизоляции на родине, а также еще 14 дней по возвращению в страну проживания. Санду призвала подписать петицию за пересмотр ограничений.